Всем привет! Друзья, продолжаем собирать с вами новогоднюю праздничную коллекцию салатов. Сегодня салат шаурма. Мама дорогая, какой он вкусный! Невероятно! А готовится очень и очень просто. Сейчас все подробности расскажу и в конце дам попробовать. Приготовление начнем с мясной части салата. Куриная грудка. У меня здесь филе. Солим с двух сторон. Оп. И приправляем специями. Немного кориандра и черный перец крупного помола, вот так вот, потолок стопочки, тоже сверху посыплю. Жарим до готовности на растительном масле, ничего сложного. Следующим шагом небольшую луковицу, у меня фиолетовая, нарезаем кольцами, заливаем ложкой столовой уксуса и оставляем, пускай слегка лучок подмаринуется. Уксус берем яблочный или винный, 6%. А дальше уже как для обычной шаурмы. Морковь. Берем морковь по-корейски. Я ее приготовил заранее. Сюда же капусту. У меня пекинка. Вы можете взять и белокочанную. Тоже будет хорошо. Нарезаем, отправляем. Помидоры черри нарезаем дольками. Маринованные огурцы нарежу соломкой. Ну, чтобы не была длинная, поделю пополам. Мяско остыло, нарезаем соломкой. Конечно же, лучше всего для такого салата шаурмы использовать шашлык, который вы вчера чуть-чуть не доели. Отправляем мясо в чашку. Сюда же, друзья, маринованный лучок. Но мясо в шаурме не главное, а главное в шаурме лаваш. Заворачиваем лаваш в тонкую трубочку. Стараемся сделать это как можно плотнее. Нарезаем полученный рулетик на вот такие тонкие новогодний серпантин. И отправляем в духовку. Подсушиваем до хруста. Для заправки смешаем майонез и кетчуп. Получился китченес. Добавляем в салат и хорошо перемешиваем. По вкусу просто замечательное. Все, и соль, и сладость, все здесь есть в этом салате. Выкладываем хрустящий лаваш. Невероятно вкусный. И подаем вот так вот порционно. Друзья, салат шаурма. Готовьте на здоровье и радуйте своих близких. Это очень вкусно. И заходите к нам завтра. Приготовим что-нибудь еще шикарное.